Глобальный прогноз. Эксклюзивный гороскоп от Тамары Глоба на 2020. Дорогие друзья, с вами Тамара Глоба. Сегодня я представляю гороскоп на 2020 год. Только для слушателей русского радио. Овен. В начале года в работе произойдут кардинальные перемены. Возможно, осложнения с вышестоящими. Изменятся цели и планы. Но во всех делах поддержат подруги и любящие вас люди. В дорогах личный успех. Зимой необходимо беречь родителей. В течение года деньги приходят неровно. То густо, то пусто. Активная работа вдали от дома принесет финансовые возможности, помощь старших. Весна приносит перемены и в личную жизнь, и в дела. Будет работа с друзьями на новом или обновленном поприще. Вместе с друзьями в коллективе интересных людей, проверенных временем, вы станете строить свое будущее. Часть друзей уйдет, и это принесет разочарование. Возможно, новые увлечения в течение весны и в летний период. Родственные женщины и подруги сыграют большую роль как в личных делах, так и в работе. С конца весны и до конца года наиболее активное время. Вы будете участвовать в построении будущего своего и близких людей. Много путешествовать, учиться, заниматься жилищными вопросами. Но не всегда можете рассчитывать на понимание окружающих. В начале лета договоры сорвутся. Возникнет необходимость очередных переездов. А в середине лета придется задуматься о смене места жительства и переменах в карьере. Почти весь год вы будете активно решать главные вопросы жизни и здоровья, находиться в поисках цели. Конец года принесет прибыль, отдачу в делах, которые вы начали весной, и откроются новые перспективы вдали от дома, в кругу ваших друзей. В следующем слушайте прогноз для зодиакального знака Телец. Глобальный прогноз Тамары Глоба на 2020. Только на русском радио.